Тет Чун Тху – вьетнамский праздник середины осени. Несколько сотен лет назад в этот день вьетнамцы молились о богатом урожае, владыке драконов и поклонялись Луне. В наши дни это праздник скорее для детей, чем для взрослых. Этот праздник мы отмечаем каждую осенью. Это как праздник особый для детей. До начала концертной программы в фойе Дворца Губернаторский расположились столики с национальными сладостями. Также были проведены мастер-классы по изготовлению звезд и фонариков, в которых активное участие принимали и родители. В фойе работали другие развлекательные площадки. Ульяновскому региону очень повезло. Здесь проживает так много различных национальностей, они все живут в дружбе, в согласии. И познавать культуру каждого народа – это такое интересное занятие. И я очень счастлива, что я работаю в Центре национальных культур. Главным организатором выступила Ульяновская общественная организация «Вьетнамское общество «Солидарность», которую возглавляет Чин Ван Куи. Конечно, праздник бы не состоялся без грантовой поддержки и помощи вьетнамских товарищей. Они привезли в Ульяновск много костюмов и атрибутики. На сцене развернулся настоящий вьетнамский праздник. Артисты подготовили театрализованное представление с вьетнамскими сказочными персонажами, драконами и выступлений вьетнамских детских коллективов. По традиции в этот день принято угощать детей сладостями, дарить подарки, что было и сделано организаторами праздника. Каждый ребенок в зале получил в подарок символическую звезду. В концертной программе принимали участие не только вьетнамские творческие коллективы. Зрители увидели и услышали русские, татарские, чувашские, марийские танцы и песни. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.